Новые тарелки Zildjian, ну Zildjian как обычно, Zildjian есть Zildjian. То есть, как мне показалось, вот отыграв на них сейчас, мне показалось, что там очень хороший, плотный, такой достаточно агрессивный верх. И он не размыт, он достаточно, он мягок, он не напрягает уши. И при этом, что очень важно, при вот таком спектре, там нет той частоты, которую барабанщики обычно называют рельсой. Вот мне показалось, что вполне приличные тарелки.